Как-то в новогоднюю пору ехала Оля привычным маршрутом на трамвае. Мечтательно смотрела в окно и думала, вот бы оглянуться, а по соседству сам Дед Мороз. Двери открываются и заходит, кто бы вы думали. Вот девочка готовила, стихи рассказывала, да? Расскажешь дедушке стишки? Кажется, чудеснее такой долгожданной встречи и быть ничего не может. Однако через мгновение появился еще один. Наступающий нас. Присаживайся на трамвайчик. Потом третий, четвертый. С Новым годом, Кузбасс! Дедом Морозом конца не было. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Хозяева Нового года почему-то пересели на новый, до этого им незнакомый вид транспорта. Со старым на время расстались цивилизованно. Сани мы оставили на стоянке специальные, потому что по городу тяжело на них ездить. Асфальт, пробки везде, на трамвайчике самое оно. Точку следования необычные попутчики до последнего держали в секрете. Как мы позже выяснили, они торопятся на областной конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2011». По прибытию, как и положено, зарегистрировались и прослушали наставления самого старшего Деда Мороза, родом из Томской Писаницы. Всегда должен быть прилежным, красивым, чтобы детишек не напугать, ну и взрослых тоже. Конечно, не обошлось и без волшебства. Загадайте желание, я сейчас ударю посохом, и все сбудется. 3, 4. Столько белых ворот и колпаков, сразу и не поймешь, кто из дедушек настоящий. Не трогай, внученька. Извините. Хотя, если такая новогодняя команда попросту разделит обязанности одного Деда Мороза поровну, то даже самый капризный ребенок не останется без подарка. Самые маленькие зрители сегодня получили подарок сразу в 12-кратном размере. Столько участников вышло на сцену со своей визиткой. Это для зрителей происходящий праздник. В гримерке творится суета сродни предновогодней. Господи, ты боже мой, беда-то какая. Уже и выход на носу, а дедушка варежки найти не может. Помощники подсказывают, это происки конкурентов. Но у кемеровского Деда Мороза и без того забот хватает. Бороду расчесать, костюм проверить, артистов посмотреть. Хорошо глубоко вздохнуть. И вперед на сцену. Любой сценарий, герои, декорации и только 7 минут на выступление. Схема уже для многих привычная. Лучшего Деда Мороза здесь выбирают 8-й год подряд. Он должен быть в первую очередь самым интересным, самым творческим, самым талантливым, самым смешным, самым веселым. Но должен быть действительно самым-самым-самым. И вот долгожданный момент объявления результатов. Звание лучшего Деда Мороза 2011 года присуждается... Деду Морозу из Гурьевского муниципального района! Почетной должности Деду Морозу полагается новая форма из свежей новогодней коллекции и премия в 10 тысяч рублей от губернатора. Теперь побороться с хозяевами главного зимнего праздника можно и на мировом уровне. Дед Мороз, он русский. Зимний такой, тулуп у него теплее, валенки, то, что Санта-Клаус. А еще главный по дедушкам посоветовал верить в чудо. Санта-Клаус, Дед Мороз или Санта-Николаус. Совсем не важно, на каком языке и каким именем долгожданный гость зовется. Главное, что при его появлении на лице у ребенка сияет улыбка. Ксения Еременко, Алексей Зайцев, «Утро в твоем городе».